Из Махачкалы в Каспийск с комфортом для обслуживания маршрутов региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства приобретет 30 автобусов среднего класса. Они адаптированы под перевозку инвалидов и других маломобильных групп населения. Напомню, вопрос об отсутствии комфортабельного общественного транспорта поступил от жительницы Махачкалы в ходе прямого эфира с главой Дагестана. Отмечу, министерство также прорабатывает вопрос участия в инвестпроекте, который позволит приобретать транспорт для передачи в лизинг. Администрация Махачкалы, в свою очередь, занимается вопросом реформирования транспортной системы города с оптимизацией маршрутной сети и обновлением автопарка.